привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить Скайрим. Мы находимся в Рифтоне, в храме Мары. Мы закончили квесты за Купидона. Надеюсь, мы закончили, нам дали амулет в подарок. Амулет, который я купил за 200 золота. Так, чувак, что мне угрожаешь или что? План сохранился и дадим тебе в жбан. Так. Муха. Чувак, подожди. Все, спокойно, ребята. Ребят, спокойно. Я без оружия. Видите? Все нормально. Да? Да, все хорошо. Чувак, отдай мою стрелу. Блин, ты куда ее спрятал с такими? Ну? У тебя моя стрела, сволочь. Ладно. А, эксперт. Нет. Ладно. Прощайте, монахи. Ну, блин. Хорошо, что на этот раз меня не арестовали. Так хотя бы загрузил все равно. Сегодня, как я и обещал, мы пойдем на высокий Хродгар, то есть учиться у седобородых, учить голоса. Это очень увлекательно. Прикольный такой столик. Жертвенный, наверное. Что тут все столы, что показывают, кроме зачарования и алхимии, все жертвенные. И это, я думаю, не исключение. Так, вот, мы в ритме. Что у нас еще там за квест? А, нет, не все. Надеть амулет Мары. Ну так, я вообще в амулете. Или что? А, выкинуть нельзя один. Не понял. А указатель-то где? Нет, где тебе амулет? Так я надел же амулет. Ну вот. А. Типа поочередно они. Один снял, другой одел. Ну все. Что, квест выполнен? Ладно. Стражник, ты меня знаешь. Да-да. Я в монаху в голову стрелой попал, помнишь? Ну сколько я тебе должен? 40. Ладно. Уболтал. Держи 40 золотых. И оставь меня в покое. А, ты служительница Талос. Нет, ты не подходишь. Можно у тебя деньги уберечь-то? Блин. Да ты успокоился, чувак. Видишь, я тут калитку ломаю. Все нормально, все. Так, чувак. Кто меня видит? Хватит меня замечать, я хочу стражника обокрасть. Вот, блин. Как ты меня достал? Так. Вайверстед. Быстро. О! Это же шлем клинков с обливами. Точно он. То есть тут есть та же броня. Наверное, есть и клинок. Катаны эти. Клинков. Если не клинки. Ну, будет интересно поиграть за одного из них. Ох, длинная загрузка же. Это ужас.
Так, вот мы в Вайлор стоим. Так. Ничего вроде такого интересного нету из квестов. Но я сегодня обещал пойти к седобородам. Ну, значит, пойдем. Блин, на высокий фронт, да. Придется идти на 7000 ступеней. О, поломанный дом. По-любому сюда надо выйти. Блин, что нельзя вылезть? Невидимая стена, что ли? А, тут есть хозяин. Там мне пофиг, как он себя чувствует. Я думал, тут какое-то привидение будет. Но мне все расскажет. А, так неинтересно. Продолжаем двигаться. А, блин, можно было и по... Ох! Думал, в реку упаду. Ну, ничего. Хороший с меня паркурщик получится. Так. Это что за камень? А, тут что-то написано. Ай, это история пришествия драконов. Пришли драконы, правили, пока люди не придумали крик, которым научились их сбивать. Вызвали на бой Алдуина. Алдуин был, блядь, волк. А, это простой волк. Я дохнет быстро с одной стрелы. Ну что ты мне стрелу мою не вернул? Это так обидно. Вызвали главного дракона на бой, его зовут Алдуин. Но победить не смогли и отправили, изгнали, короче, из этого мира. Непонятно куда, непонятно за что. Ну, за что ясно, за то, что он правил. О, олень. Так. Хэдшот. Ну-ка, посмотрим. Ой. Это коза. Блин, надо было на максимальную натягу. Ну ладно. Как коза пуста? Еще. А стрела? Ну, посмотрите на этот выстрел. Посмотрите. Кто попадал так козе? Четко между глаз. Ребята, это надо уметь. Ладно, двигаемся дальше. Тут тех ступеней-то не очень-то и много. Вон, где есть, где нету. Опа, это паломник. А, это чувак просто так ходит. Говорит, любит тут ходить, смотреть на природу. О, блин, барашки. Ходят тут, лазят. Ну ладно, чувак, я вижу, ты мирный. Ты охотник, походу. Ну, чувак. Знаешь, паломничество бывает опасным. Не обязательно из-за волков. Я думаю, домой ты не вернешься. Ой, прости, чувак. Эй, стой, 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 братин. Так, факел заберем. А что это 13 против 26? Что за бред-то? Пишет, что лучше. Так, перчатки одни заберем и стрелы. Так, и поставим сейчас вот эти стрелы. Обычные железные. Потому что тех у меня мало, и они хорошие. Я там их 50 с чем-то штук всего лишь. А этих 170. Так, сохраняемся.
И продвигаемся дальше. Ой, блин. Кто это? Ох ты, как прыгаешь, скотина. Фига себе. Ты где? Ого. Блин, белый волк. Скотина, он какой-то опасный. Тот мне вообще ничего не сносил, а этот... Снежный волк. Отлично. Шкура снежного волка. Ну то есть без него шапочку сделаю. Все, теперь надо переходить на булаву. А то тут уже не поиграешь. С волчками. Так. Сохраняемся. Да. Ну-ка посмотрим на краевид. Да, по-моему, это прекрасно. Деревья. Вот тут городок Айверсте, где мы были 10 минут назад. Деревья, горы, закат. Просто прекрасная игра. О, а вот туда нам нужно подняться. Видите, где снег сдувает. Да. Это мы прошли только четверть пути. Все-таки классно это все проработано. Снег сдувает со склона. Чем выше поднимаешься, тем больше. Блин, волки. Так, ну-ка, на полете. На подлете. Чувак заснул. Ну ладно. Волчья шкура. Пошли дальше. На полоски кожи пустим. Так, продвигаемся. Но я не слепо пойду по этому пути. Паломника, так сказать, 7000 ступеней. Я знаю, что где-то там сверху будет один из самых опасных врагов для меня. На моем уровне, по крайней мере. Будет снежный тролль. Вот эту скотину я... О, миска. Так. Цветочек. Из золота. Блин, взял миску. Ладно. О, монетку можно поднять. Интересно, подкинуть ее можно. Ладно, забираем. Забираем золото. Ну и ходим. Хотя, стоп. Как, куда паломники будут кидать свои пожертвования? Надо им выкинуть пару корыц. Так, вот корзина. Еще корзина. А, вот миска. Все. А, вот, еще чашка есть. Ну все, вроде. А, что это такое? А, это квестовые припасы. Вот это их надо мне занести на высокий кротбор. Хорошо. Все, больше нечего выкидывать. Да, все, подвигаемся. Я обещал в этой серии дойти до высокого кротбора. Я это сделаю. Итак. Блин, уже темнее. Ночью плохо передвигаться, тем более если я ночью на него наткнусь, он меня убьет, этот снежный тролль. Ладно, я приблизительно знаю, где он. Поэтому проблема не должен составить. Опа, паломник. На этом пути паломники домой не возвращаются. Так что прощай. Опа. Все, лежи. Лежи, малыш. Так, ну и щитяку возьму. Книжечку, золото. Так, песню какую-то. Для Талоса. О, кольцо удара, одно ручное оружие. Теперь я только с ним заходил.
И обруч. Ну, все. По вещам у меня 315 из 315. Значит, больше ничего брать не так с тобой. Ну, пока не сложно. Вот мы и пришли, да. Это где-то тут. Нет, мы тоже сохраняемся. И спим, ждем до утра. Да. Эта скотина может нас и сожрать. Это просто сильнейший жар. Как мини-босс. Или как босс данной локации для нас. Так. Блин, я спалился. Ладно, где ты? Выходи. Вот. Ну хотя бы половину жизни я тоже не могу снять. Ох, отлично сняла. Просто прекрасно. Ой. Ой, не хана, не хана. Ладно, чувак. Блин, я ж испугался. У меня был шанс. Перестань меня месить. О, блин, сейчас убьет. Ох, какая харя. Вы просто посмотрите на эту харю. Ёпта. Скотина. Ладно, я тебе по этой харе еще настучу. Так, у меня 5 зелий лечения. Это мало для такого врага. Ну ничего. Блин. Вовремя. Ты труда. Блин, опять сейчас меня сожрет. Скотина. Такая нехорошая. Уф. Опа. Да, у меня больше нету чем лечиться. Прекрасно. Просто прекрасно. Зелье лечения. Зелье здоровья. На болезнь не спасет. Слабый яд. Слабый яд это не то. Пищу надо всю сожрать. Так, яблочки. Козий окорок. Все, короче, съедаем. Ай, не помню. Нопский мед тоже здесь выбиваем. Надеюсь, это нас спасет. Жалко, я не знаю, сколько у него жизни осталось. А, блин. Ну ладно, ему еще на пару ударов буквально. Ну, давай, помирай. Блин, скотина. Скотина, умри. Охренеть. Это я его убил? Я его убил, офигенно. Скотина. Как ты меня надоел, ё-моё. Чувак, ну ты сволочь. Скотина. Посмотрите на эту тварь. На, сволочь. Да. Это был серьезный момент. Так же троллил здесь троллил. Ты труда. Хотя он орёт просто сейчас фус. Да, это было сильно. Так, теперь берем лук. Будем ходить с луком. Дальше уже серьезных врагов не должно быть. Не то, что не должно быть, просто. Я на это надеюсь. Знал, что будет такой серьезный противник. Блин, это сложно. Это было сложно. Как вернуть свой тран или в рифтен, надо будет закупиться и зельями, и попродавать барахлов. И без этого никак. Классное колечко я это подобрал. Потом, наверное, разберу. И оставлю как будет.
Так, ну вот мы добрались до того участка, где снег сбивался со склона. Что мы видели его снизу. Да. А тут забывает наоборот. Хотя может это что-то не то. Ну ладно. Видим, паломника уже тут нету, но это из-за тролля, скорее всего. Да, нам еще идти и идти. Вот видите, мы уже перевалили за облако. То есть земли мы практически не видим. Кроме далеких гор. Кстати, это все настоящее, туда можно дойти. Это полностью прорисованный мир. Вот он, крепость, высокий кротер. Фу, я сюда дошел, так как и обещал, в общем-то. Блин, это круто. Высокий кротер. Так, вот сюда надо положить припасы, те, которые мы обязались передать. Там держим. А, вот эта сумочка. Припасы. Все, квест выполнен. Ну что? Ничего отсюда брать не буду. Фу. Аж высокий бордер, вперед. Сейчас нас будут учить словам силы. Мы были модны. Так, ну это герб какой-то. Так, Эйнер. Арнгейрн. Блин, Арнгейрн. Есть здесь по вашему зову. Чувак говорит, мы ждали до Ракина. Ну, мол, это типа я. Говорит, ты должен доказать свою силу, свой талант. А что, на тебя крикнуть должен? Ну, футру да. О, чувак, чуть не перекинулся. Хорошо. Так. Я здесь, чтобы следовать пути голоса. А что у меня за судьба? Так, я хочу учиться. Я не хочу учиться. Я надеюсь, этот чувак меня сильно напрягать не будет. А, блин, это дело нельзя скипнуть. Ну, почитаю. Короче, он нам рассказывает про то, что обычные люди учатся годами, веками, там, черт знает, сколько времени тратят только на то, чтобы изучить какие-то простые даже слова, а Давакин он поглощает силу павших драконов. То есть, когда мы убиваем драконов, вот эта сила, что переходит, это их знание от ум, а слова силы. Все слова силы произносятся на драконьем языке. Вот. Вроде вычитал отсюда. А, вот он нам передал слово Р. У нас есть слово Фус. Теперь есть слово Р. Чувак, давай поделись со мной силой Р. Пусть Рда. Что, рунах будет, ребят. Ладно. Ко мне только два слова бежало с мессии. Фус и Ро. А, то со мной поделится мастер Эйнард. А где он?
Эйнард, ну давай. Чувак, чё, блин? Я не понял. А чё он со мной не делится? Ну чё за прикол? Давай, скажи этому козлу, чтобы поделился со мной. Чувак, по среда. Ну чувак. Блин, поздравляю вас, ребята. Я словил баг. Это просто нечто охеренное. Блин, может с квестом что-то не так? Да нет, он мне четко сказал, что он, этот козел Эйнар должен передать мне знания своего Ро. Козлина. Может я кинуть чем-то? Да он даже на мой тум не реагирует с таким. Давай. Блин. Хрень ты непонятная. Может тебе булавой зарядить в голову-то? Ты смотри, какой бесстрашный скотина. Ну. Да. Ну давай. Да, похоже, придется переустанавливать игру. Или может как-то можно избавиться от этого бага. А, скотина, может ты мне расскажешь? Ладно, я тебя подлечу. Подлечу чуть-чуть. Да, чувак. Блин, это прискорбно. Может ты в самом деле меня научишь-то? Нет? Ну ладно. Подождем немного. Часов там 12. Эти козлы протрезвеют. Может они напились просто. Ну я уже не знаю, что думать с этими багами. Вообще непонятно почему. Что за хрень? Ну это явно что-то неровно с квестом. Так, отлично, он пропал. Ты, Арнир, ты все стоишь, чувак, ладно. Где этот твой? Небось спят уже. Где-то тут, да? Нет? Ладно. Да. Блин, словил я баг. Пошел, блин, по сюжетным квестам. Просто прекрасно все. Офигеть. Так. Как отсюда выйти, я уже потерял. А, вот. А, вот он сидит, скотина. А, стой, нет, это Бойли. Это не то. Да где ж ты сидишь? А, вот. Еще какой-то. Ну всего четверо, насколько я знаю. Да, вот это ты, сволочь. Ну? Эйнард. Чё ты смотришь на меня? Чё ты клипаешь, скотина? Ты мне должен передать свои знания. Ро. Чувак, ты выродок. Тупо выродок. Бах, я словил. Офигенно. Просто офигенно. Ну, боже мой. Что делать? Я же знаю. Что, придется игру переустанавливать? Ну, ты поднимись. Давай поделись своим знанием Ро. Я не хочу тебя убивать, потому что ты меня распишешь под ноль. Ты же мастер пути голоса. Черт, чувак. Ну? Че ты же теплеришься? Давай, делись. И че ты сделал? Олень ты, блин, тупой.
Ну на место. Я сейчас не понял. Я еще с тобой не договорил. Ты че, чувак? Офигеть. Им вообще плевать на мой тум. Отлично. Так, столик какой-то. Офигеть. Поздравляю вас в Багленде. Под названием Скайрим. Не говорили игра забагованная, но блин, это капец какой-то. Ладно. Извините меня за этот баг. В следующей серии я постараюсь это исправить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых видео.